Если говорить о том, как кредитно-финансовая система связана с нашим благополучием, то реальность такова, что экономика тоже вписывается во всем известную формулу про коэффициент полезного действия. Мы не можем получить от экономики продукции больше, чем закладываем в нее энергии. И, соответственно, есть некий коэффициент полезного действия технологий и коэффициент полезного действия организации экономики. Мы можем увеличить отдачу экономики в виде вот реального продукта за счет роста энергопотенциала и за счет роста КПД. Но все, что мы реально производим, это вот некий энергопотенциал, помноженный на КПД. А в чем он финансово выражается? В ценах, в объеме денежной массы, которая обслуживает торговлю. Дальше возникают такие вопросы, каково соотношение спекулятивного сектора экономики, который ничего не производит, но перераспределяет в свою пользу то, что создано другими, и реальным сектором экономики, который производит то, что мы реально потребляем. И, в общем, получается так, что есть некая пропорция между объемом денежной массы, которая находится в обращении, и тем объемом энергии, который мы можем загрузить в производство и удовлетворение наших потребностей в быту. Вот если эта пропорция нарушается, то скорость денежного обращения в реальном секторе обусловлена длительностью технологических циклов. Если вы сажаете урожай некий, то пока он не созреет, вы его не продадите. А в спекулятивном секторе экономики скорость обращения обусловлена, в общем, способностью банковской системы перечислять денежки и быстротой осуществления сделок. Поэтому, если вы резко изменяете объем денежной массы, то отрасли с длительными производственными циклами теряют покупательную способность. И в экономике в целом возникают диспропорции между производственными мощностями в их реальном исчислении, то есть в тоннах, киловаттах, литрах, баррелях, чем-то еще, в штуках продукции соответствующего стандарту, и производственными мощностями в их финансовом выражении, которые так или иначе определяют оборотные средства, как необходимые отрасли для ее устойчивой работы. Вот реформаторы 90-х годов своей финансовой политикой разрушили хозяйственные связи именно за счет того, что изменили соотношение между энергопотенциалом, скоростью обращения, обусловленной технологическими циклами, и объемом денежной массы, которую они ввели в оборот. Поэтому здесь вот вопрос об энергорубле, он фактически вопрос о поддержании пропорции между объемом денежной массы и объемом энергии, которую мы вкладываем в производство и в быт. Но это тоже частный вопрос, потому что вы должны организовать денежные обращения таким образом, чтобы производственные мощности соответствовали финансам, с одной стороны, а с другой стороны, производственные мощности соответствовали бы потребностям общества в продукции, которую они производят. И, кроме этого, вы должны еще обеспечить платежеспособность общества, чтобы было кому покупать эту продукцию. Если вот вы не в состоянии обеспечить баланс производственных мощностей, баланс оборотных средств и баланс покупательной способности, взаимный баланс от всего этого, то будут какие-то диспропорции и разруха. Вопрос только в том, насколько широка она будет.
Вы знаете, если она была где-то, то в СССР в сталинские времена. Что-то пытался делать Рузвельт, но обоих убили. И практические наработки и той, и другой команды, они не нашли теоретического выражения в теориях. Ну почему? На Западе были культовыми теории рыночного либерализма. Вот. А у нас марксизм тоже всему этому мешал, потому что марксистская политэкономия, она метрологически несостоятельна. Это словеса, оторванные от жизни. Но если говорить о том, как вот оценил один из председателей Госплана гайдаровские реформы, то в воспоминаниях Байбакова есть фраза, смысл которой примерно такой. «Если бы я при Сталине допустил миллиардную разбалансированность товарной и денежной массы, в лучшем случае я бы получил 10 лет лагерей».